Старт дан. В Рипкро торжественно открыли клуб «Наставник 09», в который вошли представители со всех городов и районов республики. Президент России Владимир Путин объявил этот год годом педагога и наставника, и в этом направлении будет проводиться колоссальная работа. Альбина Курачинова-Кенжева продолжит тему. Поддержка педагогов, в том числе и молодых специалистов, взаимодействие с более опытными коллегами, повышение престижа учительской профессии, содействие профессиональному общению – все это вобрал в себя клуб «Наставник 09». Зачем нужен наставник? Наставник – это помощник в учебе. Учителя и наставники – это основа любого общества. Какие нравственные основы заложит, каким навыкам обучит учитель своего ученика, таким будет ученик. Уважаемые педагоги, у каждого из нас в жизни есть свой учитель. Тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир. В рамках работы клуба будет организована методическая поддержка педагогов. Запланировано проведение семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов и форумов учительского мастерства. Надо постараться поднять престиж учителя на более высокий уровень, чтобы наши родители и наши детки понимали, что учитель – это друг, это товарищ, это наставник, и его надо ценить, любить и уважать. Кроме того, у членов клуба появится возможность использовать в практике эффективные методики и технологии обучения. Будут также созданы условия для расширения знаний и умений, полученных педагогами в процессе профессионального образования. Продолжим нашу совместную работу по повышению социального статуса педагогов, закреплению их ведущей роли в обществе, поднятию на качественно новый уровень престижа профессии. Ну и кроме этого, этот год призван подчеркнуть роль педагогического сообщества в жизни нашей страны с тем, чтобы повысить интерес молодежи к педагогике. Наставников будут сопровождать и поощрять за эффективную работу в передаче педагогического опыта молодым специалистам. В Карачаево-Черкесии запланировано множество мероприятий в данном направлении. Альбина Курачинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.